Ученики старших классов школ Читы выйдут на учебу 13 февраля после карантина. Ученики 9-11 классов выйдут на уроки 13 числа. 12 февраля девятиклассники придут в школу для прохождения итогового собеседования по русскому языку. Дети из 5-8 классов вернутся к занятиям 14 числа. Полностью школы заработают 17 февраля. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Любовь Дубина ранее заявила, что распоряжение об отмене карантина еще готовится. Окончательное решение будет принято по итогам мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ через 2 дня. Следственное управление СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело из-за работы в регионе религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая признана запрещенной на территории России. 10 февраля следователи провели обыски в квартирах лидеров религиозной организации. «Свидетели Иеговы» работала на территории края несколько лет. Утром, накануне, сотрудники Следственного управления СКР совместно с ФСБ и полицией при поддержке Росгвардии провели обыски у возможных участников этой организации. Для этого были сформированы более 30 следственно-оперативных групп, которые одновременно работали в Чите и районах края. Арт-площадка «Квартал» стоимостью 6 миллионов рублей появится на территории Забайкальского училища культуры в Чите. Проект стал победителем конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей». Об этом ZAP.ru сообщили в пресс-службе Минкультуры региона. Проект предлагает благоустройство территории возле здания училища, создание там сценического комплекса, на котором будут проводить свои мероприятия любительские, творческие коллективы Забайкальского края и инициативные группы. Об этом рассказала руководитель проекта Вероника Артемьева. Она добавила, что в районе училища слабо развита культурно-досуговая инфраструктура, и реализация этого проекта поможет изменить ситуацию.